мы будем с вами делать колокольчик. Так, вот такой трафаретик у нашего цветочка есть у нас. Обводим. Так, и вырезаем. Использую я бумагу для акварели. Края немножко вот тут вот побольше. Вот так подрезается. Красить буду спреем лаванда. Но колокольчики у нас бывают как фиолетовые, так и синие. Так что на ваше усмотрение, можете развести краску в какой-то емкости, окунуть туда, и она потом тоже так же покрасится. Но я не хочу тратить время на это, поэтому мне легче спреями, так как они у меня есть. Подобрать цвет. Просто у колокольчика разные бывают тычинки. Бывает какой-то такой перекрестный крестик. Где-то я видела на таких фотографиях, где-то просто вот такая продольная, длинненькая. Ну, внутренность. Так, вот снова в цветочку. Вот. Ну, как-то вот так. Да, если взять, то у него здесь вот этот вот. Внутри идет продольно, а на где-то каких-то я видела, что идут 4 вот такие из самого цветочка. Берем пинцет и пинцетом делаем вот такие бороздки. Вот эти краешки сгибаем. Так, и проходимся немножко черной нитью. Штемпелем подушечка черная. Капнула туда капельку клея и засовываю нашу этот тычинку такую и прижимаю. Смотрите, если вам не нравится то, что вот здесь, ну, вот такой переход идет, то акриловой краской можно его вот так замазать. Должны рисовать такие листики. А я говорю акриловой краской. Плюс акриловая краска, она, ну, как имеет такие свойства склеивания. Вот. Такой стачок у нас получился. Если вам понравился этот мастер-класс, жду от вас пальчика вверх. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем удачи, пока-пока.